Такие футболки. Это у нас Италия, категория крем-суперкрем. Футболка марки H&M. Размер средний М-ка. Лот весит 25 килограмм. Те самые, скажем, желтые мешки, да? В желтых мешках, которые. М-ка, средний размер указан, состояние отличное, но я не думаю, что тут будет износ, но все же будем смотреть. Кстати, давайте обратим внимание лучше на составы, чем на состояние. Состояние так, видно, что хорошее. Здесь у нас, по-моему, 100% хлопок. Что-то здесь я не вижу, конечно. Хлопок. Так. Элька, футболка большого размера. Марка Solid, по-моему, если не ошибаюсь. Элька, это где-то 50 или 52 получается российский размер. Здесь у нас 51% полиэстера и 49% хлопка. Следующая футболка новая с этикеткой. Размер указан L, марка Solid. Давайте взглянем на состав. Из чего это сделано? 65% полиэстер и 35% хлопка указано в составе. Еще одна новая футболка маленького размера S-ка. Ну, это, по-моему, хлопок. Мне кажется, вам оттуда тоже видно. Так, XL тоже в отличном состоянии. Вот здесь, в таких местах, будем на воротнике. На таких футболках на воротнике будем обращать внимание. Без видимого износа. Футболка большого размера. Это 100% хлопок. Элька, по-моему, написано. Спортивная футболка. Это уж 100% синтетика. Здесь тоже вот спортивная футболка. Полиэстер в составе. Новая футболка среднего размера. М-ка. S-ка, тоже спортивная футболка, то есть синтетика. Далее указан размер средний M-ка. Посмотрим воротник. Состояние отличное, без видимого износа. Размер средний, это хлопок. Так, это тоже хлопок. Новая футболка в упаковке. Размер указан XL. Спортивная футболка марки Nike. Размер XL. Так, далее L-ка. Здесь хлопок. Ну, давайте убедимся в этом. 60% хлопка и 40% полиэстера. Здесь запасная пуговица. Вот, видимо, сюда как раз, если что вдруг оторвется. Так, размер здесь М, средний. Новая футболка, кстати, тоже хлопок. Размер средний. И еще одна такая же. Размер М. Тоже среднего размера получается футболка. Так, H&M среднего размера спортивная футболка. Далее хлопок, футболка марки Tom Taylor, размер средний, М-ка. Следующая футболка у нас спортивная. S-ка, маленького размера футболка из хлопка. Это у нас H&M, размер указан маленький S-ка. По-моему, тоже хлопок, но скорее всего 60 на 40. Нет, 95% все-таки хлопка, 5% эластана. М-ка, размер средний. Воротник мне здесь совсем не нравится. Спортивная футболка среднего размера М-ка. Следующая футболка тоже спортивная марка Adidas. Размер большой. Тоже вот спортивная яркая футболка большого размера L-ка. То есть примерно 50-й получается здесь вот тоже L. Далее Made in Italy только написано. Но марка, к сожалению, не указана. И размер тоже не указан. Но, по-моему, это L-ка. Хлопок 2XL. Тоже, по-моему, хлопок. Новая футболка размера 3XL марки Канда с этикеткой из хлопка. Это у нас марка Puma, спортивная футболка, тоже, кстати, большого размера. Далее футболка марки Adidas, размер указан XS, 100% хлопок. Еще одна новая футболка с этикеткой размер 2XL. Спортивная майка марки Reebok, размер XL. 100% хлопок, M. Средний размер. Это XL, вроде как, Sports, ну, синтетику. H&M, M-ка хлопок, размер средний, то есть примерно 48, наверное, или 46 российский получается. S-ка, 100% хлопок. 2XL, сзади вот что-то написано. Большая футболка. Марка Puma, S-ка, размер маленький, тоже хлопок. Adidas. М-ка среднего размера, спортивная футболка, то есть синтетика. H&M L-ка, хлопок. Так, здесь у нас размер L, то есть примерно 50-52, 100% хлопок. М-ка, тут тоже хлопок. Так, майка размера XL, хлопок. Еще одна майка тоже размера XL. Тоже у нас хлопок, давайте посмотрим подробнее. 100% картон. Так, новая футболка большого размера из хлопка L-ка.
То есть примерно 50 или 52 получается российский размер. Большого размера футболка полиэстер. Здесь футболка марки Tom Tailor среднего размера МК. 2XL. Вот майки спортивные тоже встречаются. А майки, футболки, но в основном, конечно, футболки. XL хлопок 100%. По-моему, натуральные ткани преобладают, хотя есть спортивные тоже встречаются. Angelo Littrica размер указан 2XL, это хлопок. И вот она как раз спортивная футболка среднего размера М-ка. То есть, если спортивные, обычно они уже не хлопок используется, а полиэстер, то есть синтетика. М-ка, Кидьер, если кто знает, поймет. М-ка, размер L-ка, примерно 50 или 52 российский размер. 48 здесь указан. Хлопок. Так, далее спортивная футболка марки Puma L-ка. Все футболки в отличном состоянии, пока вот... А, кстати, на одной футболке воротник мне не понравился, он какой-то кривой там был весь. А, XL, хлопок. Полиэстер, это уже спортивная футболка марки Adidas, маленького размера. Новая футболка с этикеткой, по-моему, среднего размера. Еще одна новая футболка той же марки, размер уже побольше. Все эти футболки с хлопком. И третья такая же, вот футболка из той же серии. Все новые, все с этикетками. Так, размер не указан, но, по-моему, L-ка. Скорее всего, 50-52 российские размеры. L-ка, H&M. Так, хлопка все-таки вот пока больше, по-моему. Майка тоже с хлопка. H&M хлопок размер M указан средний. Такая футболка вроде уже была. Спортивная футболка марки Nike. XL хлопок. М-ка. Так, вот я все-таки позволю себе посмотреть. Но, к сожалению, бирки с описанием. А, вот есть. 100% полиэстер здесь в составе этой футболки. То есть синтетика получается. Здесь вот тоже синтетика размер маленький S-ка марка Nike. Еще одна спортивная футболка марки Adidas. Но видите, белая футболка. Тут какие-то непонятно серые черточки, пятнышки есть. М-ка хлопок. Размер средний. Так, далее L-ка большого размера футболка. Из хлопка. Тут размер, к сожалению, не указан. Дарт Вейдер. H&M. S-ка. Маленькая мужская футболка. Кстати, все футболки мужские. L-ка. 25 килограмм здесь всего. То есть футболки, я думаю, будет около 225, наверное, примерно, плюс-минус. L-ка, хотя больше похожа на S-ку, M-ку. Далее у нас футболка марки Oliver. Примерно среднего размера. Хлопок. Здесь вот тоже хлопок. Написано коттон. Размер маленький. S-ка. L-ка. Спортивная футболка большого размера. Так. M-ка. Хлопок. Вот таких вот несколько сразу. М-ка. Все одинаковые. Новые футболки. Которые повторяются. Они 99% что новые. М-ка. Размер средний. Это Джек Джонс. Футболка маленького размера. Тоже, кстати, с хлопка. Здесь у нас тоже хлопок размера 2XL. М-ка. Размер средний указан. Хлопок. Хлопок. М-ка. Да, все-таки синтетики меньше. Вот, смотрю. Так, вот она синтетика. S-ка. Марка Nike. Не вижу ничего. А, М-ка. Среднего размера футболка. Кстати, если обратили внимание, не было таких вот слишком больших там 60-х, да? 3XL, 5XL, 6XL, по-моему, таких не было. Умеренные такие размеры от S-ки до XL-ки до 2XL, по-моему. 100% хлопок. Размер, правда, не... А, вот M-ка, medium написано. Так, вот тут видите, да, серая полоска проходит. То есть футболка вот так где-то лежала. Белые футболки испачкали, негодяи. H&M, L-ка. Состояние очень хорошее. Ну и цена, по-моему, тоже очень хорошая. L-ка. Хлопок, здесь тоже хлопок. Спортивная футболка марки Nike, по-моему, да. Новая футболка. Здесь у нас хлопок. Размер, кстати, большой. Давайте-ка взглянем. 100% коттон и размер
Что-то здесь нету. 2XL. Футболка марки Pull&Bear, Эско. Спортивная майка большого размера Элька. Следующая футболка Эско. Nike. Но здесь в составе, по-моему, хлопок. Для футболистов. Nike. Это уже синтетика. Так, 2XL, 98% хлопка и 2% other fibers написано. То есть что-то еще там есть, но в основном 98% это. Здесь у нас присутствует хлопок XL. Вот практически одинаковые две футболки. Вторая у нас с этикеткой. М-ка, размер средний. Так, футболка марки Umbro, маленького размера. Перед вами S-ка. Так, далее XL. Элька. Хорошая футболка, мне нравится. Элька. Вот это тоже, кстати, Элька, да? Вот сравните. Вот это тоже Элька. Все-таки вторая футболка, она побольше. Новая футболка среднего размера. Это здесь у нас 100% хлопок. Далее полиэстер, синтетика. Вот две, по-моему, да, две одинаковые спортивные футболки одного размера, М-ки. Еще одна спортивная футболка, вот 100% полиэстер. Указан в составе на бирке. Эска. Хлопок. Так, здесь у нас 100% катон. Кстати, новая футболка с этикеткой. Среднего размера футболка М-ка. Так, далее тут у нас тоже хлопок 100%. Такие умеренно средние размеры, по-моему, преобладают 48-50-52, если не ошибаюсь. Элька. Вот, Game Over как раз в тему. XL. Элька. М-ка. Так, здесь у нас кто? Эска, 100% катон, указан в составе. М-ка. Хлопок, марка Benetton, размер средний, небольшой. М-ка. Покер, классная футболка. XL, марка Timberland. Футболка большого размера, из хлопка. Здесь вот Adidas спортивная майка. То есть уже, кстати, вот тут у нас полиэстер, а здесь хлопок. Элька, хлопок. Что-то написано. XL, хлопок. По-моему, бессмыслица какая-то написана. Элька, полиэстер. Так, Элька. А что, уже все закончилось, да? Я даже не заметил. XL. Почти все футболки мы с вами видели. Напоминаю, что это Италия. Мужские футболки категории крем, суперкрем. Отличные футболки. В основном и большинство из хлопка. Ткани натуральные. Тоже вот 100% хлопок. Размер XL. Элька. Марка Nike. Хлопок. Так, здесь вот полиэстер. То есть синтетика, спортивная майка марки Adidas. Размера L. И последняя футболка из этого мешка. На этом все.